перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. В Украине, да, я думаю, в следующем году доберемся до вас. Были в Одессе, поэтому очень круто. Москва, Москва круто. Все очень-очень-очень-очень классно. Ну да, мы немножко, конечно, побегали, но... Короче, не буду выпендриваться, буду просто классическим пацаном. Ля-ля-ля-ля-ля. В Украину, да, обязательно еще приедем. Очень крутая публика у вас. Ну-ка, ну-ка. Неплохо. Это очень временно. Это очень... Это просто мега. Это очень креативно, да. Чего молчу, не знаю. Какие-то вопросы у вас все одинаковые. Когда приедешь, когда альбом, когда приедешь к нам, как много приедешь. Пермь, класс. Пермь просто. Поэтому на вопросы, когда я приеду куда-то, туда-то, ребята, есть ВКонтакте. Тур уже на февраль. Следите в группе ВКонтакте. Все концерты я всегда... Вообще, во всем. Ты планируешь концерт в Германии? Ну, ночной. Да, очень бы хотелось в Германии, потому что я свободно разговариваю на немецком языке, и мне было бы вообще интересно туда скататься просто даже... Просто даже как-то... Как новогоднее настроение. Да какое-то пока непонятно что. Такое. Надо вернуться просто на родину, и все будет. Все будет. На Новый год, да, буду с близкими. В Минск завтра вылетаем уже. Ты отчет с Питера? Вообще знаю, что с тобой происходит, пик твоей популярности возрос, как ощущение. Как-то не всегда я, наверное, понимаю вообще, что происходит, потому что... Ну, как бы иногда я просто веду себя как... Точнее, я всегда веду себя как обычный человек, и когда кто-то там подходит, я иногда просто могу не понимать, что происходит, почему. Почему кто-то подходит, типа, и прочее, прочее. Но всегда надо быть очень, очень начеку. Скажи предложение на немецком. Я... Либо alle meine Fans, ich bin sehr... Короче, я уже немножко... ich bin sehr glücklich, dass alles hier so passiert mit mir ist, mit Konzerten, mit...
mit alles, dass so viele Leute lieben meine Musik. Ich bin sehr glücklich davon. Типа того, ребята. Сколько будет песен в альбоме? 9. Моей подруге приснился сон, что мы с тобой бухали. Ну, такое себе, типа, да. Какой у тебя диплом? Диплом о уличной рэп-музыке у меня. Высший. И орден Сутулова 8-й степени. Вот, орден Сутулова первейший просто. Привет, любимый, я скучаю. Да, 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 да. Не хочешь сделать трек, скажу вам. Привет, Максу. Кстати, я приходил к тебе на концерт в Белоруссии. Белоруссии. Очень классно. Саша Лавке, добрый день, вечер. Где можно увидеть отчет из концертов? Вот только что опубликовали с Питера отчет. Кто вы по знаку зодиака? Весы. Четко в Тюмени относил. Очень четко было. Тима, ты где? Я в Екатеринбурге. Где? Ты немец? Я белорус. Великолепный немецкий. Когда выйдет альбом, дату нам дай. Даты нет. Новосибирск будет в туре. Не исключено. О боже, передай привет, пожалуйста. И Машка 95. Привет тебе большой. Спасибо, что ты есть. Тимон, привет. Здорово, ребят. Привет, привет. Твоя семья ходит на концерты в Минске? Ну, на сольники, да, я старался пригласить всех. Ну, вот мама почему-то не пришла. Она захотела это все с эфиров посмотреть. Ну, тети были, да. Тети, дяди. Так, что вы со своими девушками? Все девушки, девушки, что-то девушки. Пошли к нему, читай. Что там? А, так, сейчас, ребятки, я быстро выберу поесть что-нибудь. Суп я буду такой же, как и ты. А вы будете крем-суп есть? Что еще раз? Давайте по солянке, может, съедим. Давай, огонь. Будешь? Я не хочу. Да, вот солянки, две солянки мы возьмем. Стабильно. Так, выйдет песня «Не напишу тебе». Она выйдет, да, на альбоме. В Казахстане будешь? Очень бы хотелось. Поэтому посмотрим, все возможно. Сколько лет? 20? Что так много пишут? Пишут, и это очень хорошо, что пишут. Тима, привет, как начать заниматься музыкой без команды? Желание есть, студию можно найти. А вот как начать без команды, если ответить, буду благодарен, спасибо. Слушай, команда — это вообще залог. Залог всего, то есть единомышленников надо найти. Найди чела, который как минимум одного хотя бы, который будет фанатеть, зафанатей сам этим всем и просто делайте. Креативьте, обдумывайте, все это. У вас тоже в машине играл от трех, да? Да. Я тоже ехал. Просто старайтесь, ребята, все возможно. Es war mega cool gestern in Pern, warten auf dich nochmal. Ich auch, das war echt super. Сколько кэша поднял с концертов? Что, две солянки? Ну, носочки уже себе сам покупаю. В Екатеринбурге сегодня концерт. Да. В клубе «Свобода». Билеты на входе. Мэн Кауфман, созванивайся с кем. Сейчас просто... Да, да. Я, может, макароши бы поел, как там пиццуха, она так затолкнет все. Мэн Кауфман зазнался, он не хочет разговоров никаких. Сейчас, очень интересные вопросы пошли. Давайте еще, креативные вопросы, это просто бомба, ребята. Отвечу прям без проблем. Слайм бай Шеллаков, передайте привет, братан. Да, хорошая? Да. Ой, Сергей, давайте вы выберете. Я потому что карбонару выберу и потом опять страдаю. Есть образование? Да. Образование есть. Когда снова Бобруйск? Не знаю, солянка — это вкусно? Да, солянка — это четкий суп. Я вообще супоед тот еще. Надо желудки прогревать всегда. Сколько? Сколько суп?
когда выйдет альбом. Альбом один однозначно выйдет. Дядя, правда, что у тебя пупок пробит? Ну... Нет. Ты еще молодец, вчера хорошо выступил. Ребята, без вашей поддержки ничего бы не получилось. В следующем году приедешь в КБ? Не знаю, я сейчас тут. Поэтому. Тима весит 70 килограмм, рост 181. Это неправда. Рост у меня 193. Это если я не сутулюсь. А вес что-то там в районе 75. Короче, худой я очень парень и очень высокий. Такое бывает. Сколько песен поешь на концерте? Около 16. 16, 17, 15. Так. Иркутск тебя ждет. Ребята, я вообще жду всех. Вообще. Всех. Если бы можно было бы вас всех просто забрать в одну какую-то площадку и вместе побеситься, это было бы круто, но приходится кататься к вам. Где сейчас ты? В Екатеринбурге. Приедешь в ВКБ в следующем году. Все зависит от вас. Все возможно. Приезжай в Осипович, в Беларусь. Фоточку так и не сделал со мной вчера. Какое образование? Среднее, специальное. Сколько городов планируешь включить в следующий тур? Уже тур сформирован. Что-то, может быть, еще добавится. Вообще, можно ВКонтакте, в официальной группе увидеть все. И посмотреть, и там, и ссылки на встречу. Поэтому будет желание, ребята, заходите. Скажи, пожалуйста, правда, что 12 января твой концерт будет в Краснодаре? Да, ночной будет. Это не концерт. Это ночное, да, шоу, типа, вечернее выступление. Как встретиться? Прийти на концерт и увидеть. Киев, когда... Надеюсь, что в следующем году. Любой припев из любой песни, пожалуйста. Ой, ребят, заходите вон к Сергею Лавкет, у меня в подписках Сергей Лавкет. Заходите к нему, он постоянно ведет прямые эфиры. Постоянно можно увидеть, где я пою, где мы что и как находимся. Я иногда в эфире не выхожу. А вот Сергею прям нравится, поэтому ко мне в подписке заходите и подписывайтесь на него. Если хотите как-то еще чего-то дополнительного видеть. Могилев, приедешь, ответь, умоляю. Не знаю, по поводу белорусских концертов точно могу пока сказать, что будет Минск. Поэтому, ребята, если куда-то мы не заедем, то приезжайте обязательно в Минск. На Минске концерт будет очень круто, будет очень-очень большая крутая площадка. Поэтому смотрите. И со мной потом с кем созвонимся. Ай, Мэнкал, ты там Так, добрый день, привет из Полоцка, привет, привет. Ты в Смоленск приедешь, почему ты решил петь? Не, почему? Этому есть логичное вообще решение. Раньше я только читал, то есть был бит, и я просто... Но в какой-то момент я просто решил попробовать спеть припев, и это очень прикольно звучало, и потом я начал в каждом треке петь, но куплеты все равно читать, а потом прям только петь, там изредка почитывать, короче. Ну, по-разному, короче, поэтому... Какой размер ноги у тебя? Сейчас скажу. Что-то там по стельке у нас. Короче, 44. 43-44. Типа. Как относишься к фан-аккаунтам? Блин, очень мило, ребята. Вы очень милые до безумия. Все очень иногда удивляют то, насколько вы углубляетесь вообще в меня. Как это жестко звучит. Вот, но это очень круто, реально. Это очень круто, то, что вы там нарываете всякие информации, там, видосики, фоточки, это дорого стоит. Как тебе треки Гонфлага? Круто, мне нравится, свежо, интересно. В каком городе ты живешь, в Беларуси? В Минске? Расскажи про детство. Про детство? Детство, как раз пошел. Детство, кстати, не знаю, как вы, ребята, я, кстати, детство застал еще вообще в полном его... Короче, все было вот как надо. Как вот. Да, я не играл там в компьютеры, мы выходили, сутками торчали на улице, играли в квадрат, в казаков с разбойников, московские прятки там, короче, всякое, то есть делали, строили крепости из снега. Все было как надо, все в лучших традициях вообще детства. Какая цель в жизни, расскажи, к чему стремишься. Вот это хорошо. Вот, ребята, вы умеете задавать хорошие вопросы, как выяснилось. Да. Накупи Бентли! Не-не-не, не Бентли цель в жизни. Не знаю, очень бы хотелось как-то, чтобы наша страна очень
Беларусь очень была, вышла вообще на вровень с другими. Все к этому идет, и я безумно этому рад. Поэтому пока будет все в моих силах, я буду очень сильно этому стараться. Насколько у тебя контракт? Контракт на все, все четко. Все четко. Просто, ребята, все, все четко. Почему вопросы про девушек игноришь? Ну, потому что это очень такие вообще, типа, неинтересно. А почему про трусы игноришь? Почему про трусы? Вы про пацанов лучше спросите, может, ну... И пацанчиков. И пацанчиков. Где Богдан? Его в Инстаграме давно не было. Богдан в... Богдан в... в отпуске. В творческом. Да, в творческом кризисе, в отпуске. 12 января заявлен твой концерт в Краснодаре. Будет действительно концерт? Будет действительно концерт. Чельникова, передаю тебе привет. Слизываешь все у Коржа? Что я слизываю у Коржа? Пожалуйста, объективно мне расскажи об этом. Я с удовольствием сейчас прочитаю и... Я с удовольствием это все прочитаю, потому что на бис поешь мокрые кроссы. Да. Будет ли тур еще по Беларуси, если да, то когда? С Беларуси пока не знаю. Какой твой любимый цветок? Не знаю, микрофон. Как назвал бы своего сына? Михаил. Откуда ты? Я из Минска. Когда в Минск? Завтра. Завтра мы вылетаем и будем... К вечеру, только в Минске, там, к позднему вечеру. Сколько стоит билет в Минске? Билет куда? Еще нету анонса концерта в Минске, поэтому сложно, сложный вопрос. Киев вообще будет? Когда-то однозначно будет, ребята. В следующем году будем стараться сделать это. Как тебе Екатеринбург? Слушайте, очень круто. У вас очень крутой город, очень прикольный. Очень у вас тут все так интересно. Единственное, не ожидал, что так будут люди на улице узнавать. Пошли в торговый центр и прям офигели реально. Люди подходили без конца, и это было очень мило. Так, так. Ты приедешь в Эстонию, в Таллин? Да, может быть, в следующем году обязательно. Да, там... Что-то уже писали нам. Да, вначале мы хотели... Альбом же должен был выйти в декабре, почему уже в январе? Ребята, я не знаю вообще, откуда вы берете информацию про какие-то даты выхода. То есть до этого вообще не было никакого анонса, что альбом выйдет там когда-то. То есть вчера то, что я скинул в историю, сказал, что он выйдет в январе, это первая официальная информация, которую мы вообще дали по поводу того, что... Поэтому, ребята, не знаю. Когда выйдет альбом, Сибирь будет в туре. Да, да. Смотрел сериал «Бесстыжие». Ребят, мне иногда на поспать не хватает времени. Про какие-то сериалы, фильмы я вообще пока что молчу. Какое самое классное воспоминание из детства? Сейчас вспомню. Да, наверное, не самое классное. Короче, мы поехали в Хорватию к нашим знакомым. И покушали вкусно какой-то пиццухи, я не помню, какой-то еды. Прям наелись классно. Мы пошли беситься, пошли прыгать на батутах, пошли на всяких быках, короче, кататься. Вот. И ночью мне было очень плохо. Я очень сильно загадил номер. Ну, мне было тогда лет, мне было 12-11. Очень сильно стыдно было. Ну, такое бывает. Но мне это почему-то очень запомнилось. Еще запомнилось из детства, когда мы с мамой полетели, поехали куда-то в Украину отдыхать на море. И она куда-то ушла, и мы купили дыню, такую крутую, вообще она мне такое хотелось, и она ушла, говорит, типа, только ее не режь, только вот ничего с ней не делай, я сейчас приду, порежем и, типа, покушаем ее. Вот, я ее не послушал, и порезал себе палец, и вот у меня шрамчик остался, не видно, короче, вот он, на всю жизнь остался шрам, но вот я прям это запомнил, прям с момента, как это все произошло. Мне 20 лет. Какая у тебя униформа была, когда работал официантом? Белая майка, фартук, ну и удобная обувь, что-то типа того. Приезжаю в октябре в Казахстан. В Казахстан очень сильно хочу, поэтому, ребята, когда-нибудь. Есть ли у тебя любимый фильм, сериал?
фильм. Да, я, кстати, до недавнего времени, буквально полгода назад, посмотрел впервые «Побег с Шоушенга», «Зеленая миля», то есть классические крутые фильмы, и они прям очень большое на меня влияние вообще дали, я прям офигел, поэтому это для меня такие очень интересные фавориты. Самые яркие воспоминания за тур, какой город запомнился? Все города помню, просто как один, помню все. Яркие воспоминания, не знаю, наверное, когда мы с Яном опаздывали на самолет, уже все зашли в самолет, и мы просто уже добегали, то есть самолет ждал только нас, и мы бежали там через аэропорт, потому что мы там что-то где-то затупили. Что ты испытываешь на концерте? Волнение всегда, неважно, это 300 человек, 500, 1000, 2000, 5, 10, вообще неважно, всегда меня мандражит. Но дальше все зависит от публики. Я выхожу один трек, и на втором я уже могу быть либо спокойным, либо еще с какими-то вопросами, в зависимости от людей. Поэтому, ребята, все всегда зависит от вас. Я выкладываюсь только для вас. Когда соберешь Олимпийский? Уже никогда, потому что вот мы выступали в Олимпийском, это было одно из последних событий там, мероприятий. Потому что Олимпийский закрывается на реконструкцию на лет 10, я думаю. Точно. Как много ты уделяешь времени сну? Ну, минимально. На бабки кидают твои организаторы. Я не понял, это вопрос или тебя братишка кинул кто-то. Я этого не понял. Так. Моргенштерн топ. Моргенштерн хороший парень. Почему альбом выходит на дворе, а не в декабре? Потому что это январский альбом. Почему именно незабудка? Почему бы нет? Этот аккаунт ведешь только ты, но стараюсь, чтобы есть пароли у ребят. На случай, если что-то надо опубликовать, мы не можем, и они это делают. Беларусь выпустит трек «Блант» и «Шамелье». Короче, какая-то жесть. Как относишься к каверам на свои песни? Положительно, есть очень креативные каверы, очень классные. Это прям меня всегда подбадривает, очень круто. Стараюсь смотреть. Почему время концерта сегодня перенесли? Без понятия, не знаю. Будет концерт в Питере в следующем году? Обязательно. Питер, Москва в следующем году? Обязательно. Нашел хату на Новый год? Нет. Кстати, вообще вопрос с Новым годом вообще открыт, как книга. Так, в какой школе в Минске учился? Учился в колледже музыкальном, там и школа была, а потом учился в 24-й гимназии какое-то время. Потом год учился в 130-й школе на своем родном райончике в Лошице. И потом просто пошел работать, потому что понял, что что-то мне не складывается с учебой вообще. По-моему, у тебя уже есть все то, о чем ты мечтал. Ребята, не буду скрывать, очень сильно мечтал поехать в тур. Очень сильно мечтал собирать людей на своих концертах в разных, в России, везде. И вот эта моя мечта действительно сбылась. И я очень этому рад. И я очень много буду работать для того, чтобы дальше все было круто. Ты отвечаешь в директе? Да. Стараюсь, по крайней мере. Как учился в школе? В школе учился... Короче, да. В школе учился. Какая твоя настоящая фамилия? Фамилия моя Морозов. Какая будет следующая песня? Следующая песня будет альбом. Вот и все. Следующий альбом. Кем мечтал стать? Мечтал стать музыкантом. Новополоцк, не знаю, куда приедем. Живу в Минске. Скажи на родном языке что-то. На белорусском. Кахани. Все четко. Какая фамилия? Морозов. Как тебе Тюмень? Отлично. Когда в Питер? В следующем году. Тима, ты микрофон зажимаешь, видимо, звук не очень. Так, да, кстати, не исключено. Я иногда вообще забываю про это. Спасибо. В Крым собираешься? Хотелось бы. Целохранитель тебе не нужен? У меня есть тут, да, пацаны у нас. Чего только вон один мой концертный директор стоит. Смотрите, он просто... Да что я делаю? Вот, такой мужчина. Он в случае чего просто... Да мы сами не помним, поэтому, ребята, лучше не надо. Так.
5 часть 9, да. Откуда приходит идея для песен? Не знаю, из жизни, из вдохновления. Я очень сильно вдохновляюсь сейчас вообще городами, людьми, тем, что вообще происходит. Это очень круто. Очень круто. Поэтому вот это все меня вдохновляет, что люди, которые вокруг. Это очень-очень-очень-очень круто. О, все, отлично. Если бы билет забронировал, сколько придет сообщение, что уже можно купить? Все там придет, все там вам отпишет, как бы. Приедешь в Италию, если да, то в какой город? Не знаю, пока не знаю. С Италией что-то пока ничего не было. Ты приедешь в Римут. Тима, где что-то по Бобруйску? Напишите Богдану. Все, Богдан, реально, по поводу видосов, задурите ему реально директ. Он немножко... Дайте ему немного вот подзатыльников. Реально, ребят, танцы Богдан, запишите ему просто, что он ленивая жопа. Вот и все. Как у Сергея рука? Сергей, как ваша рука? Осталось совсем 3 дня, еще 3 недели сниму гипс. Ну, еще 3 недели гипса будет стоять, поэтому... Выходят какие-то обрезки, а полных треков нет. Вот Bubble Gum хороший. Да, это вообще очень такой интересный трек. Там очень все будет интересно. Вообще альбом очень получается интересно. Уже жду не дождусь приехать в Минск, чтобы просто допиливать, доделывать, дописывать. Все. Твоя любимая игрушка детства. Был у меня какой-то Человек-паук такой четкий. У меня там была такая штучка, кнопка. Короче, было классно, реально. Очень. Что за пицца была в клипе? На самом деле, да. Просто не помню. Не помню, честно, не помню. Давай двойной эфир. Да, давайте, ребята, сейчас просто очень почему-то интересные вопросы пошли, и мне прям по кайфу не получается. Почему-то начал заниматься музыкой, очень интересно, потому что всегда... Да. Что? Да зачем? Они интересные вопросы задают. Пускай они смотрят, если не интересно. В каком кафе работал? В кафе «Гараж». Да, вот так вот. Было время, когда трек новый. Трек уже на альбоме. На альбомбе. Запоминаешь фанатов? Да. Почему-то у меня тут откладываются некоторые люди, хотя я не знаю ни их имен, ни аккаунтов, но прямо закрыв глаза я могу вспомнить кого-то там, кто мне там что-то подарил и прочее. То есть как-то это прям... Есть какие-нибудь шрамы, где и откуда? Да, есть. Сейчас будут 5 минут. Да, он у меня на факе такой. Шрамец. Что-то еще там у меня где-то есть, но такое незначительное. Так, жизнь, конечно. Жизнь больше морально потаскивала меня, чем физически, поэтому, ну, пока что вот так. Когда в Минск обратно? Завтра? Завтра? Завтра в Минск уже полетим. Так. Какая песня из твоих тебе больше всего нравится? Мне нравится «Незабудка», «Искра», вообще все прикольные. Не знаю, мне нравится песня «Взял и полетел». Вот так вот. С кем бы хотел дуэт? Я не думаю сейчас о каких-то фитах. Слишком голова забита нашей работой. Очень много, много всякого. «Незабудку» больше не услышим. Почему? Почему не услышим? Услышим. Так мне лететь или нет? Да. До сих пор под кросс иногда плакаю. Не плакай. Это же просто песня. Тима, как Москва? Честно, не знаю, как она там. Я думаю, все нормально с ней. Привет, Атоп, пожалуйста, передай привет. Alimzna.n, передайте большой привет. Планируешь коллабы? Все возможно, все возможно. Привет, привет, привет. Лет. Мне 20 лет. Будет еще тур, туда будет входить Пермь. Слушайте, не исключено, потому что Пермь вчера дала очень просто хороших эмоций мне. И это было очень круто. Все сбылось, но не забывай беречь свое здоровье. Честно, очень, да, это очень такой момент, когда... Реально надо, потому что вот тур, все вот эти переезды, перелеты, перечасовые пояса и прочее, это очень такое все выматывающее.
В смысле, отвечаешь в директе, написала тебе в директе после московского концерта, а ты не ответил. Я имею в виду, что я не всем отвечаю. Всем ответить просто невозможно физически. Просто вот кто-то там попадется, и я там могу ответить. Такое бывает. Так, 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 что еще? Сейчас пишешь какие-то песни. Пишу всегда, просто всегда пишу. Так, ты в свободе уже, да? Я уже в свободе. Уже в гримерочке лежу, сейчас пойдем звук чекать. Короче, ребята, давайте созвон. Пошли, извини, интересные вопросы. Пошли опять. Альбомные вопросы. Когда песни, когда приедешь? Ты хранишь все подарки слушателей? Ну да, 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 сейчас да. Место проживания хочешь менять? Какие цели поставил на 2019 год? Ой, блин, очень-очень много целей, очень-очень много всего. Да. Передаю привет 109-й школе. Бэм. У тебя есть татуировки? Есть? Не, у меня спросили. Почему не с родителями живешь? Потому что вот так вот бывает. Родители — своя жизнь. Я уже взрослый мальчик. Уже надо как-то что-то... Не устал от концертов. Вообще не устал. Это очень-очень круто. Концерты — это просто... Это восьмое чудо света. Ну что, кидайте заявки на эфир. Ой, сколько я вопросов уже пропустил. Погнали. Короче, делаем созвоночку быстренькую. Быстренькую. Погнали. Включаемся к некому Ивану. А, все, Иван вышел. Я залетаю. Что-то никто не хочет. Опять вышел. Вроде и стараюсь, но вот что-то не получается. Так, еще раз мы кого-нибудь сейчас попробуем. Опа. Пошло соединение. Дима, привет! Здорово, братишка, как дела? Это Дима Белорусских. Прикиньте, ребята, как бывает. Офигеть! Как дела? Откуда ты, друг? Как? А? Ясно? Что-то странно, не верит. Что, не верится? А что ты не веришь? Может, поверим уже? Уже ж как-то надо. Офигеть, это серьезно ты. Ну, серьезно. Ты лучший. Спасибо, друг. А вы откуда вообще? Мы из Башкирии. С Башкирии? Это где? Это Башкирии. Да, я... Мне казалось, я силен в геометрии, как выяснилось, не очень. География. Это Россия. Это Россия? Блин, да. Класс. Все. Вот, ну что, я желаю вам счастья в новом году, ребята. Чтобы у вас все сбылось, чтобы у вас все было круто. Радуйте себя и близких, и все обязательно получится, да. Хорошо, пока. Давайте, ребят, мы дальше пойдем. Ну, лучше. От души. Фотки давай, скриншотик такой, быстренький такой. Есть. Сейчас, нет? У меня тоже. Все, спасибо тебе, брат. От души, ребята, все будет круто. Давайте дальше. Бам. Вот так вот, казалось бы, да, просто вот на 5 секунд вышли и кому-то просто принесли радость. Так, подождите, ребята, я вот одну минутку не выходите. Так, погнали дальше. О, сейчас мы, кстати, позвоним кое-кому еще. Кому-нибудь еще позвоним. Ду-р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 у
Добрый день. Привет. Я, ну, как обычно, я хихикаю все. Такой же несерьезный, как и был. Кушаю вот виноградик. Как там у Сергея дела? Сергея дела. Привет. Сергей, привет. Привет. О, моя лица, привет, привет. Вот, да, мы прекрасно знаем. Замутить бутерброд на а откуда вы меня знаете? Сергей, откуда вы знаете? Ну-ка, будем там признать. Кристина, что ли? Она написана. Кристина. Вот так вот. Так что, Кристинка, не спрячешься никуда. А ты желаю откуда? Я думала, году. Ты мне не запомнил. Что? Что думал? Что думал? Так, а ты почему меня запомнил? Так неожиданно. Почему запомнил? Да. У тебя, скажи, хорошее настроение? У меня, да, хорошее. Жизнь налаживается? Конечно. Как можно это не запомнить? Ну все, приятно. И присуху отправила домой? Подальше? Да. Осталось погулять с вами. Погулять с вами. Ну что, тогда желаю, чтобы в новом году все сбылось. Все твои мечты прям полностью поголовные, даже больше. Чтобы ты была счастлива. Сергей знает, это мои мечты. Это не серьезно. Я у него спрашиваю, я думаю, мне что-то придумать. Ну, хорошо. Все, мы погнали дальше к следующим людям. Не грустим. Хорошо. Главное, давай, пока. Давай, давай. Так, ребятки, что тут? Какие-то вопросы мне настрочили. Что там? Короче, какое-то все одно и то же. Ладно. У тебя там работа без перерыва. А, где? Нон-стоп. Тут вообще нон-стоп полный. Так, хочется позвонить какому-нибудь, не знаю, маленькому человеку еще одному. Вы уже все взрослые. Сейчас постараюсь кого-нибудь по фотке найти. Так. Вообще ничего не понятно. Какие-то все вы взрослые или что? Такого не может быть. Ну-ка, ребятушки, кидайте. Да, я еще тут, да. Да, делаю. Ладно, будем просто кому-нибудь звонить. Просто без всяких критерий и рамок. Просто звоним и все. Вперед. Подключаемся. Добрый вечер, день. Куда я дозвонился? В какой город, страну, где мы рассказывали, дружище? Украина. Где Украина? Да. Как дела? Как дела вообще? Чем занимаешься интересным сейчас? Все круто? Все хорошо? Футбол. Что? Футбол. Футбол? Играешь в футбол? За кого играешь там? Покажи. Да. Показывай, что там? Кто там у тебя? Нет, сейчас не играю. А, не играешь? Просто играешь в футбол вообще типа? Конечно. Да. Я понял. Вообще, какие планы на 19-й год? Блин, что-то по связи там или это у меня, может, подобьет. Что ты говоришь сейчас? Не понял, что ты сказал. Что ты там... Какие классные треки. Спасибо. От души. Я сейчас в пробке сижу просто. Где сидишь? Я. В пробке сижу. В пробке? В шоке. Я ничего не понял, но если ты там сидишь, я думаю, все четко. Я в шоке сижу. А, ты в шоке сидишь. Слушай, брат, да. Я в шоке сижу. Я дозвонился в Украину. Ну, как ты думаешь, о чем я могу вообще думать? Я в шоке просто сижу. Как дела вообще? Чем? Просто. Чем вообще, как оно по жизни вообще? Четко все идет? Или вот так вот? Как переменная область? Или переменная облачность такая бывает? Все хорошо. Все хорошо. Какие планы? А у тебя как? Да, у меня нормально, катаюсь, концерты. Про меня вообще не думаю, я нормально все. В пробке, да, это я что немножко. А, привет передашь? Привет, передам. Кому передать? Руслан Романенко. Руслан Романенко, мы тебе передаем привет просто. Не сиди в пробке, не сиди дома. Гуляйте на улице, пацаны, делайте футбол.
украинский, поднимайте его на высший уровень просто. Все будет очень круто. Все, брат, я знаю, что могу. Все твои мечты сбылись, что прям все четко, все возможно. Брат, спасибо большое. Выше нос, все будет круто. Брат. Давай. Бэнк. Да, у меня бывает, что я иногда не знаю, что говорить, и я начинаю просто говорить, чтобы говорить. Поэтому, ребята, не обращайте внимания, это такой вот у меня вот такой вот, да. Бам. Кому-то звоним дальше. Тимоха Го. А? Я. Все заперто. Добрый вечер, девочка. Ты хорошо? Что там случилось? Что еще раз? Голос. У тебя голос сорван? Давай на пальцах разговаривать. Я минимально знаю. Единственное, что я знаю. Ну, такие. Ну, мне этого типа достаточно просто. Я была на концерте у тебя в Москве. В Москве? А, так ты из Москвы? Да. И как тебе концерт? Все ли тебя устроило там? Или можно было что-то? Мы очень долго кричали с нашей стороны песню «Беги» старую. Ой, блин. Ты нас не слышал. Не-не-не, мы ее не исполняем, она какая-то... Ну, типа, я уже на нее не ставлю, она уже... Надо ставить, потому что, допустим, «Вести проспектов» и «Беги» мы очень долго кричали, очень пытались запитаться. Да, да. Потерял, ну, видишь. Потерял наш, ну, незабудки прямые и прочее. Но на самом деле, мне кажется, вот именно «Беги» и «Ветер проспектов», они очень сильно зайдут в твой контент сейчас. Ага. Ну хорошо, я подумаю, я не знаю, мы что-то, может, добавим обязательно в программу. Окей. Ну просто сейчас выйдет альбом, и те треки, даже которые сейчас я исполняю на концертах старые, возможно, их просто не будет. Поэтому, ну, такие дела, ладно, хорошо, я подумаю. Какие вообще планы на 19-й год? Что вообще думаешь? Я как хочу мне? Уехать в Нальчик отдохнуть. Хочешь поехать отдохнуть куда-нибудь? А куда? Нальчик. Куда? Нальчик. Нальчик? Нальчик, карты, типа, вот это. Это ясники. С мальчиком хочешь отдохнуть поехать, да? Нет. А что? Я не понимаю, у меня со слухом вообще большущие проблемы. Я на концертах, ну, часто в музыку не попадаю, просто гашу и все. И поэтому, видишь, у меня... Короче, я желаю, чтобы... писать музыку. Стой. Что, еще раз? Чего ты начал писать музыку? Во сколько? Когда? Чего? Подожди, тут какой-то шум, какой-то вообще кипиш пошел. Сейчас немножечко выйду. С моим... У нас тут такой брат есть. Это... музыку, я не помню, наверное, в лет 14 я начал текста писать, и что-то вот как-то вот так вот по сей день у меня пошло. Ну, ты пишешь в основном об отношениях. Ну, да, да. О любви. Это любовная музыка, ребят. Шо, ну, а рада. Есть, это, типа, ты пишешь об одной девушке? Или ты пишешь о том, что сейчас актуально? Ну, как-то какие-то ситуации в жизни, возможно, меня подтолкнули к этому. Сложно сказать. Сколько тебе лет? 20 лет. Я офигеть, думала, ты старше. В смысле? То, что, это потому что у меня вот усики растут, и вот поэтому... Блин, кстати, усики не подбил. Надо сейчас пойти будет подбить. Просто мне тоже почти 20, и я не выгляжу так, как ты. Как? А как ты выглядишь? Хочешь старой выглядеть? Двадцатку? Ты серьезно? Я выгляжу меньше. Не, я просто иногда... Меньше? Да. Просто иногда я вот не знаю, я вот когда вот, ну... Люди думают, что я старше, потому что у меня вот иногда вот двойной подбородок. Вот типа такой вот, ну... Вот, стяжный, ты это всех, смотри. Ну, не, у меня... Я 45, у меня прикол двойного подбородка, потому что я его хотел сам. Ну, короче, я немножко в детстве был. Что совсем? Пацаном, типа, ну, я вот прям вот, ну, накручивал себе вот так, знаешь, что подбородок, типа... И в какой-то момент... Как избавиться от него? Хочешь, скажу? Как? Вот так вот ходить всегда? А так, нижнюю челюсть вперед выставляешь, и так периодически делаешь, у тебя он избавится, ты избавишься от него. Вот так вот тебя? Да. Слушай, это очень важно, потому что иногда это прям до ужаса выглядит. Прям. Хорошо, я буду иметь в виду. Короче, я желаю, чтобы ты все-таки... Стой, вопрос. Что? Я хочу... Еще раз.
вопрос. Я хотела спросить, мы хотели на концерте у тебя купить толстовки с «Мои искры, это ты». Да, но да. Но их не было. И сейчас продажи их нету. И еще вопрос. А обязательно, чтобы сзади было огромными буквами написано «Kaufman Label»? Да, да, да. Обязательно? Что? А, сзади, типа, на байке ты имеешь в виду? Да. Ну, как бы это наш лейбл, это наш бренд, и нам бы было приятно, чтобы вот люди так... Так напиши там «Тима Белорусских», это будет намного лучше, потому что, по сути, я хочу купить, допустим, толстовку из-за того, что... из-за этих слов «Мои искры, это ты», а, по сути, я их покупаю из-за того, что там сзади «Kaufman Label». Ага, хорошо, я понял. Ну, чем-нибудь подумаем, хорошо. Все, мы полетели, деле... нас уже просто зовут чекать звук, нас там люди уже на улице стоят, ждут, мерзнут, чтобы их пораньше все запустить. Хорошо. Да, мы пойдем, поэтому обязательно сесть отдохнуть, чтобы все получилось, и все будет круто. Это боже. Все, не расстраивайся, тоже не грусти, чтобы не было вот этого. Все, хорошо? Все, давайте, ребят. Да, сейчас я, оп. Все, ребятки, я пошел работать. Надо чекать звук, типа, поэтому не пропадать. Все будет круто. А если вы сомневаетесь в этом, то не сомневайтесь. Давайте, ребят.